3800 скинул и ушел. Это надо было так вообще. Красавчик. А он мою рулетку, получается, крутил все это время. Ой, ну красавчик вообще. Охуеть, он 3 раза проиграл. Он выиграл фотки, видео, фотку. Блять, он 3 раза проиграл. Охуеть. Мне его очень жалко. 3 раза проиграл, это получается, он мне скинул 1500 и... Блять, мне его жалко. А я еще думаю, почему он кидает, типа, улыбку с этим, со слезкой. Охуеть, бедняга. Так там по факту ничего такого пошлого нет вообще в этом, вот здесь. Особо, ну, как? Там фигура моя в красивых таких облегающих вещах. Если ему не надо, я могу собрать. Пиздец. Ты откуда? Оттуда. I'm Russian. Кто, блядь, Россия? Кот Анютки, какой у тебя был ник? Напомни мне, блядь. Сука, не помню. Что смешно такой. Блядь, напомню. Да не этот был. Блядь, забыла. Блядь, как могла? Я с него еще угорала. Блядь, как его... Спасибочки. 19. Thank you. Ой, блядь, господи боже. Thank you so much. Oh my god. Это ж надо было так, блядь. Это надо было. Он одно и то же выиграл, блядь, сейчас. Вот ему по приколу, не знаю. Блядь, ёб твою мать, Татьяна, добрый день. Спасибо большое, господи, боже мой, блядь, сколько можно, он мне уже 4800 задонатил, вот ему в кайф вообще, типа, я не знаю, он в рулетке 3 раза подряд проиграл, а потом 2 раза подряд одно и то же выиграл. Делишки хорошо у тебя, как? У вас, у тебя? Привет, ты ведущий, да, ведущий? Опять! А, показалось, там денег хватает, ну. Я в шоке просто, у меня слов нет, вообще какой-то бум, блядь. Это как? Мне уже страшно, да, что он зайдет, еще рулетку покрутит. Это еще не максимум. Ну, у меня это впервые такое. Ну, как впервые?
Вот сейчас я веду трансляцию 24 минуты, а я бывала за 5 часов столько зарабатываю. Хамза, хлоу. Я помню, когда это было в прошлом месяце, 5 часов подряд сидела в эфире. Вот только за это время смогла 5 000 заработать, план добить свой. Ну, я хотела, типа, я сделала план, у меня был план 5 000. Я хотела, это 1 015, может, сделать. 18 000 я сделала. Только подстава в том, что очень много иностранцев дарила. Вот как сейчас, например. Мне нужно, чтобы мне больше СНГ дарили. Мне постоянно добавляют. И, конечно, приятно, что мне много дарят иностранцы, но, блядь. Ну, разница 30 000 и 9 000. Это, ну, как бы веская разница. Если я посчитала, что если бы... Вот сколько мне бобов подарили. И если бы мне дарила СНГ и иностранцы, вот эту сумму, которую я заработала, то выходило бы сколько? Ну, я что-то... Спасибо большое. То выходило бы, я не помню, сколько, но много. О, 3 звезды, спасибо. Прям, ну мне сколько? Я вот, получается, 9 000 тогда заработала, должна была. Ну, в разы, наверное, 2 больше. Осталось 100 бобов. 100 бобов. До 4 звездочки. Давайте добейте, пожалуйста. Я вас верю. Даже стикер сделанный. Ола. Стикеры. Сейчас интернетом. Привет, спасибо. Листикер не ставится. Ладно. Thank you.